На первом этапе до 20 декабря 2025 года спланировано строительно-монтажные работы на трех казармах по 400 человек каждая, столовая на 1000 посадочных мест с продовольственным складом, а также спортивно-тренировочный комплекс для занятий физической подготовки. У нас контракты все заключены, да? Контракт у вас один, государственный контракт, этап. Первый этап в составе всех объектов. На первый этап. Три казарма. Я понимаю, столовый, это склад. Вот все, я правильно понимаю, что это все вот первый этап. Это реализация первого этапа. То есть меня сейчас вот только это волнует. Вот да. Это вот все, на это все, все, есть, да, финансирование предусмотрено, да, все. Предусмотрено. Взял наличный контроль эту стройку. Значит, мне будете ежемесячно докладывать количество механизмов, количество людей, и только попробуйте не сдать в сроки. Только попробуйте. Понимаем, социальную ответственность. Это будет ваша уголовная ответственность. Понимаю. Так, на всякий случай. Я не социально. А первый этап, вот поскольку надо, уже все зависит уже от подрядчика. Сейчас надо выполнить, чтобы там сроки не сдвигались. Потому что люди сейчас вернутся и начнут возвращаться. И нужно, чтобы все было готово. Есть.